Фролов, правда ли, что до рассвета наиболее эффективное время для эзотерики? Да, это наиболее эффективное эзотерики, потому что об этом сказал Садхгуру. Но на самом деле утро — это самое эффективное время для того, чтобы запоминать и изучать тексты. Обед — самое эффективное время для того, чтобы чувствовать и влюбляться. И вечер — самое эффективное время, чтобы лечиться. Именно поэтому вечером хорошо поститься для того, чтобы лечить свое тело. Обед — влюбляться в кого-нибудь и обниматься. И утро, чтобы запоминать. Утро — самое лучшее время для обучения. Если встать в 5 часов утра и начать учить английские тексты, то у вас шансы выучить 100 английских глаголов гораздо больше, чем вечером. Начните читать книгу утром и начните ее читать вечером перед сном. Так вот, когда вы будете читать вечером перед сном, будете засыпать. Когда-то писал мне человек: Андрей Андреевич, почему я читаю какую-нибудь литературу, и меня это утомляет, и я быстро хочу засыпать? Что это? Это говорит о том, что вам необходимо в более раннее время начинать изучать литературу. И это говорит о том, что вам нужно увеличить количество сна. Вы не досыпаете. То есть для того, чтобы литературу читать и понимать, необходимо спать больше. Вот и все.